Сосредоточьтесь на чем-то одном. День категорически не подходит для того, чтобы заниматься несколькими делами сразу. Суета и неразбериха утомляют даже тех, для кого хаос обычно является источником вдохновения. Нужна разборчивость в деловых и личных контактах. Не спешите доверять людям, которые слишком настойчиво пытаются завоевать вашу симпатию. Вечером важно особенно внимательно прислушиваться к интуиции. Это время самых точных подсказок, самых лучших идей и настоящих озарений. Внимательно наблюдайте за происходящим вокруг. Какое-то незначительное событие поможет по-новому взглянуть на привычные вещи. Овен, решайте проблемы. Сегодня это получается у вас просто отлично. Удается найти выход из затруднительного положения, справиться с тем, что долго не получалось. Старые знакомые дают отличные советы, иногда вы даже к ним прислушиваетесь. Можно добиться успехов в работе. Если вы покажете, на что способны, то вскоре получите интересные предложения. Вероятно, какие-то приятные события в семье, хорошие новости. Этот день дает шанс укрепить отношения с близкими, положить конец разногласиям. Вы к каждому находите подход, можете смягчить даже каменное сердце. Телец, сосредоточиться трудно, но нужно. День может потребовать от вас, если не подвигов, то каких-то важных поступков, серьезных решений. Лучше полагаться на свои силы, а не рассчитывать на везение. В конце концов, все сложится даже несколько удачнее, чем вы ожидали, так что не теряйте оптимизма. Может быть, не просто противостоять искушениям и соблазнам, а их сегодня особенно много. Помните, что совсем не обязательно преодолевать все испытания в одиночку. Если вы обратитесь к близким за поддержкой, помощью или советом, они не откажут. Близнецы, не сердитесь на тех, кто вас не понимает. Ваши взгляды могут кому-то показаться спорными. Но это не повод ссориться и обижать друг друга. Можно обо всем договориться мирно. Деликатность и чувство такта позволяют вам сглаживать острые углы, а чувство юмора помогает разрядить обстановку смешной шуткой. День подходит для того, чтобы браться за новые дела, вы быстро понимаете, как с ними справиться. Могут появиться отличные идеи, реализацию которых не стоит откладывать надолго. Благодаря решениям, принятым сегодня в вашей личной жизни, произойдут перемены к лучшему. Рак, делитесь идеями, проявляйте инициативу, ищите союзников. Сегодня вы можете сделать что-то полезное для мира, а он точно не останется в долгу. Неожиданно предлагают помощь люди, от которых не приходилось ожидать ничего подобного. Долгое соперничество сменяется сотрудничеством, а там и до взаимной симпатии недалеко. Хотя дел сегодня может быть больше, чем обычно, вы найдете время для общения с близкими. Они будут за это благодарны, есть масса вещей, которые хочется обсудить, переживаний, которыми нужно поделиться. Так что, вероятно, интересные и важные разговоры. Лев, наводите порядок. Это у вас сегодня получается отлично. Вы легко избавляетесь от ненужных вещей и находите подходящее место для нужных. Всегда знаете, кому и что следует делать, отдаете распоряжения, которые невозможно не выполнить. Это особенно заметно в работе. Если вы пока почему-то не руководитель, сегодня многим станет ясно, что вы должны им стать. В финансовых делах вы проявляете осторожность и правильно делаете. Не стоит в спешке заключать сделки, да и от спонтанных покупок лучше воздержаться. Решения, принятые во второй половине дня, будут способствовать росту доходов. Дева, старайтесь больше общаться с окружающими. Это один из тех дней, когда даже самые пустые на первый взгляд разговоры могут оказаться полезными, а информация, полученная случайно, поможет принять верное решение. И давние знакомые, и те, кто видит вас впервые, интересуются вашими делами, и не всегда с благородными намерениями. Но интуиция подсказывает, кому можно доверять, а с кем лучше не откровенничать. День будет довольно беспокойным. Все дело в том, что решать вам сегодня приходится не только собственные проблемы, но и чужие. Это, конечно, утомительно, но вы не жалуетесь, и отлично со всем справляетесь. Весы. Не сражайтесь со всеми подряд. Сегодня вы в боевом настроении и можете одержать верх над сильным противником. Да вот беда, не всегда ясно, кто именно тот противник. Поэтому сначала убедитесь, что не пытаетесь бороться с теми, кто на самом деле на вашей стороне. Может огорчать некоторая неразбериха в делах, противоречивые инструкции руководства, многочисленные и часто довольно бестолковые вопросы знакомых. Во второй половине дня полезно будет хотя бы недолго побыть наедине с собой. Вы соберетесь с мыслями, решите, что делать дальше, поймете, как одержать важную победу. Скорпион, думайте, фантазируйте, изобретайте новое. У вас появляются идеи, которые вряд ли кому-то еще могли бы прийти в голову. И реализацию их точно не стоит откладывать, чем раньше вы начнете действовать, тем быстрее получите нужный результат. Стоит больше общаться с друзьями.
Они приносят хорошие новости, дают отличные советы. День подходит для деловых поездок. Вдали от дома вы можете заключить удачные сделки или получить предложения, от которых не захотите отказываться. Знакомства с романтическим продолжением тоже не исключены. Стрелец, учитесь! Желательно на чужих ошибках. Если вы будете внимательно наблюдать за происходящим вокруг, анализировать поступки окружающих и их последствия, то сможете избежать серьезных промахов в будущем. Полученный сегодня опыт не раз поможет вам и в работе, и в личных отношениях. Первая половина дня будет насыщенной событиями, даже напряженной. Вторая даст возможность расслабиться, восстановить силы. Можно повидаться со старыми знакомыми. Найдется масса тем для разговора и дел, которые заинтересуют всех. Козерог, не нервничайте. Особенно важно сохранять спокойствие в начале дня, когда возможны мелкие недоразумения, неудачные совпадения. Они не будут иметь серьезных последствий и вскоре просто забудутся, если вы сами не станете усугублять ситуацию. Оптимизм и уверенность в своих силах помогают вам справляться с трудностями, друзья не остаются в стороне, если требуется поддержка. Лучше не торопиться с решением финансовых вопросов, заключением крупных сделок. Дайте себе немного времени, спокойно сравните разные варианты, тот, что первым бросился в глаза, далеко не всегда оказывается лучшим. Водолей, взбодритесь. Сегодня вы сможете добиться заметных успехов практически во всем, за что возьметесь. Но для этого нужно действовать, а не ждать, пока другие сделают первый шаг. Не исключено, что придется вдохновлять окружающих, а порой и деликатно подталкивать в нужном направлении. Вы стараетесь для общего блага, все это понимают, никто не обижается. День подходит для дел, в которых важны не только знания и опыт, но и интуиция. Благодаря ей вы отлично справляетесь с тем, что оказалось слишком сложным для других. Проницательность часто оказывается полезной в личных отношениях. Рыбы, сохраняйте самообладание и не поддавайтесь на провокации. Это не самый простой день с точки зрения общения, часто кажется, что окружающие специально испытывают ваше терпение, стараются вывести вас из равновесия. Но довольно быстро выяснится, что дело было лишь в недопонимании, и все вздохнут с облегчением. Это неплохой день для покупок и сделок. Однако решения о них вы должны принимать самостоятельно, советы даже довольно толковые, сегодня едва ли будут полезны. А вот в том, что касается личных отношений, взгляд со стороны может быть очень полезен.